Чувашия присоединилась к всероссийскому конкурсу «Лучший зимний двор». Он проводится по инициативе партии «Единая Россия». Заявку на участие уже подали 15 участников от нашей республики. В двух дворах, которые будут претендовать на звание лучшего, побывала наша съемочная группа. Заливать зимой каток во дворе дома 10/1 по улице Солнечный бульвар уже стало доброй традицией. Помогают жители всего микрорайона. Здесь можно и покататься, и в хоккей поиграть. Не нужно даже беспокоиться о коньках, ведь на катке работает прокат. А бодрое настроение задает доносящаяся из колонки музыка. Получается очень хорошее место для проведения праздников, различных конкурсов. Здесь мы проводим мероприятия всем районам. В другом дворе по адресу Солнечный бульвар 6/1 тоже решили не отставать. Здесь местные жители смастерили ледяную горку. При обустройстве зимней горки население данного жилищного комплекса Ясная Поляна сплотились максимально быстро и организованно. Наши жители большие молодцы. Жители признаются, большая заслуга в организации зимнего досуга принадлежит управляющей компании. Все очень счастливы, родители очень счастливы. Микрорайон хоть и находится в отдаленном месте, то есть у нас все равно доступная среда, можно сказать, развлечений полно. И мы очень рады, что управляющая компания нас во всем этом поддерживает и всегда идут навстречу. Кстати, выбирать лучший зимний двор организаторы будут по трем номинациям. Учитывается качество проведения праздничных мероприятий, инфраструктура и, конечно же, оформление. Больше внимания, мне кажется, будет уделяться душевности. Как это все сделано, с какой душой сделано. Возможно, сделать маленькое что-нибудь такое красивое, да, которое будет смотреться, будет благоприятно и для людей. А можно сделать что-то большое, которое еще будет вовлекать туда соседей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 28 февраля. В апреле организаторы подведут итоги и наградят победителей памятными призами и дипломами. Так что есть еще время доказать, что ваш двор самый лучший. Михаил Нагоркин, Дарья Петрова, Диана Иванова, Святослав Петров, Вести Чувашия.